Среднеразмерный паркетник Cadillac XT5 дебютировал еще осенью 2015 года. Самое время освежиться. Комплектации приведены к обычным для современных Кадиллаков уровням. Отличаются они декором и оснащением. Например, решетка радиатора у первых двух версий мелкоячеистая, а у спорта оформлена в виде сетки. В салоне появился медиа-центр Q с 8-дюймовым экраном и шайбой контроллера. До сих пор атмосферный V6 был единственным двигателем, но после модернизации компания «шестерки» составил 2-литровый турбомотор. На смену 8-ступенчатому автомату пришел 9-ступенчатый. На рынок США рестайлинговый Cadillac XT5 выйдет в конце лета. Появится он и у нас, хотя сроки и набор двигателей не объявлены. Британское подразделение Kia построило трековый Stinger. За основу взяли бывший тестовый автомобиль с мотором 3.3, задним приводом, автоматом и пробегом в 16 тысяч километров. Машину облегчили на 150 килограммов, выкинули заднее сиденье, часть обивки салона, множество бортовой электроники и даже усилитель заднего бампера. Взамен установлены сиденья Recaro, каркас безопасности, система пожаротушения. А вместо стандартного свинцово-кислотного аккумулятора установлен компактный литиево-ионный. Доработаны турбомотор, новые свечи, блок управления и система выпуска повысили отдачу примерно на 15%. Переписана программа управления автоматической коробкой. Серийное производство трековому Stinger'у, конечно, не грозит. Дальнейшая судьба уникальной машины связана с рекламными мероприятиями, и Kia даже не называет итоговую цену тюнинга.